вон он, блядь. Ну, бунов, наверное, нету, они бы на меня, наверное, сагрились уже. Либо на другой спаун бы сагрились. Слышно было бы их, я думаю. Чел сидит. Нет, это бот. А че ты, урод, не реагируешь на гранату тогда? Боты, блин. Я слышу гунов, когда мне Кнайт уже в жопу ствол засовывает. Ну не, не с чупа обычно на дистанции агрится. Если у тебя есть кавер, ты просто занимаешь этот кавер и с укрытия их убиваешь, когда они тебя в тупую просто пушат. Это игрок, что ли, оттуда идет? Это бот. Что он приперся, блин, со стороны верта. Эти боты иногда вообще как-то неадекватно двигаются, хрен поймешь. От челов не отличишь. А челы, наоборот, как боты двигаются. И пойди разберись, где кто. Нет, что-то тут никого нету, как будто бы. Либо не надо на берег ходить, либо надо серф поменять. Опа, Денис, здорово. Привет. Бунс, привет. Всех мужиков с праздником. Передаю за просмотр. Спасибо, бро, тебя тоже с праздником. Спасибо, спасибо. Лови филочек. Спасибо, братик. Приятного просмотра тебе. Настроение отличного. Пам, пара-пам, пам.
Чик. Эх, что играли душечкой, даже не порадует. Не, кувалду нельзя в руки брать. Причем кувалда один в один, как у Тагилы, но... Юзать ее нельзя. Давай все залутаем и северку, и западку. Зачем? На выход надо тут идти, что тут лутать, тут нету игроков. Ну, если только, может, АФКшат сидят в этом. В западке, например. Такое может быть. Скажи чатику, где деньги брать в этой игре. Ну вот, ходишь вот так, просто лутаешься и все, идешь на выход. Все. Целый рюкзак бабок налутал и идешь на выход легко. Все легко и просто. Не, надо эту чекнуть все-таки, западку. Красные карты или духи чекнуть надо. Вот эти вот споты. Кстати, капец, тут можно жестко типа закрысить. Смотрите, через баг можно в эту комнату закрытую попасть и просто вот сюда встать. Типа чел сюда поднимется и просто оттуда из мешков его убить. Это жестко. Да-да, 112. Я вот не знаю насчет 112, спавнится там, не спавнится еще. Да я тебя не вижу там, урод. Тупорылое освещение. Ну, как же они не вовремя, а?
В смысле, ты-то что тут делаешь нахрен? Обычный бот тут, оказывается, еще был. Кек. Получил нахрен. Не хочет. Лимонок нету. Лимонка есть у этого типа? Иди нахрен! Что дура, блин, на капсе приползет ко мне. Нужно через бак к нему забежать. Угу. Получилось. Почему меня выбрасывают обратно? Новичок, как будто он даже не вдуплял, что я пытаюсь к нему через баг залезть. Он в эту сторону смотрел. Смотрел, не крутился даже.
Пам-пам. Пара-пам. Пам. Тунтрис. Блин, лишь бы этот урод сейчас мою маску не утащил. Урод на боте. Чё, почему так странно двигался? Что? Как ты не сдох нахрен? Я в него перестал стрелять, даже думал, что он умер. Капец, в него там влетело патронов штук 5 просто, и он дальше бежит. Чего они мутят? Куда вы побежали? У меня все по нулям нахрен.
Что происходит нахрен вообще в этой игре? Сколько там типов вообще прибежало на таких таймингах? Просто миллиард челов нахрен. Ты чё не понял? Капец, не расстанались все просто. Сраный челобот уже откуда-то взялся. Иди нахрен отсюда. Стоны санатория. Ага. Че за душняк пошел, нахрен? Вот кто это? Помножили нам вечность. Хилиться сидит. Да почему у меня магазины полупустые все, блин? Да какой паркур, мудак? Я хочу прыгнуть, он у меня паркурит с какого-то хера. У меня паркур забагался или что? Автопаркур у меня? Я не крутил типа колесико, почему хера ли он паркурить начал? Одни звуки боли просто. Что происходит? Да, у меня забагался паркур, он автоматом паркурит, конченый. Ну сейчас на раковину сам залез, я чуть из-за этого, блин, не нафидел. Я хотел прыгнуть на тачку, из тачки его спокойно убить. Вместо этого у меня баганулся паркур, найс. Найсо. Ну он сейчас прыгать через раз будет и будет паркурить вообще на всю фигню подряд. На всякие скамейки, бортики. Сам по себе, короче. Ну нифига так-то на берегу народу, я вам скажу. Надо по фасту, да, самое жирное из типов собрать. Забрать мутант. Там уличных типов как будто бы нет смысла вообще лутать. Там какие-то полубомжики.
Да иди нахрен. Да, вот он не прыгает у меня теперь. Ну это просто игра в бете. Он же ган спер у кого-то, этот урод. Полагаю, что подобно. Огнемет, и здорово, бро. Тебя тоже. Спасибо. Будут издавать, кто перебрал. Чё, кто перебрал? Кто перебрал? Понял. Ну там дальних типов я, которого за забором убил. Ну я даже лутать их не буду, нафиг они нужны. Блин, корун тоже у него. Мутант надо разобрать, все равно он типа фул дерьмо, с ним бегать. Вообще ноль смысла просто. Мутант, увы, не мета уже, чтобы забирать его вообще с собой. Чат, а где я выкинул свой рюкзак, кто-то может мне сказать? Изначально, который у меня был, блин, аук. Аук тоже без патронов. У них ведь с вектором где-то чел должен быть. А, с вектором он запрыгивал в стекле будет чел с вектором. Флешку за 90 продал. Ну ты просто дурачок какой-то, у тебя ее купил. Вот и все. Такс. Так-то надо подвал и 301 еще зачекать, и потом за своим рюкзаком вернуться и на выход. Восьмой.
Ладно, заберем один корун только. Так. А где мой рюкзак? Я же с другим рюкзаком был. Чат. Или я что-то путаю? У меня же был вообще, по-моему, огромный рюкзак этот. Где его дропнул-то? Вдоль перебежки? Вдоль какой перебежки? Да придурок! Боже, БСГ, ваша игра конченая нахрен. Багованный кусок дерьма нахрен. Эта лень просто сам паркурит вообще на все подряд нахрен. Старая добрая санка, булчик лавина шаурму из барсика. Спасибо, спасибо, админ, от души. Спасибо, братиш. Чё ты ноешь, как писечка, поменяй в настройках? Чел, у меня забагалась игра. Что я должен поменять в настройках? Давай, если не скажешь, что нужно поменять, я тебя забаню. Давай. Давай, что надо менять, говори. Чат, вспоминайте, где мой рюкзак. Бля, вот тут где-то дропнул. На улице у админки. А, я шел в админку, эти челы побежали. А, да-да-да, я ж по этому, по перетяге стрелять начал. Все-все-все, понял, да? Так, чат, контрольте этого типа дохера умного. Посоветует он нам что-нибудь дельное все-таки или нет? Или это очередной чел, который пукает в чат? Так, как это донести теперь? Поезжай, куиз, ну пофиг. На улице пердая входов в это крыло. Ладно, админку уже чекать не буду. Наверное. Все-все, нашел, ребят, от души. Чисто ли духу чек, но не буду наверх подниматься.
Я и 301 забыл почекать. Да пофиг уже, короче. Было бы офигенно, если бы этот бот мне сейчас в маску, в затылок дал бы просто с дробовика, или чего он там стреляет. Где второй? Где кувалда? Я же не взял ее. Куда мне эту кувалду? Ну, места-то нету уже. Какие кувалды? Вал настолько имба, в упоре вал вообще имба. Я не понял, как я чела не убил, когда с балкона пикнул. Идеально просто ему в грудак патронов 5-6 выстрелил. Я даже перестал стрелять, что все, он типа умирает. А чел просто дальше побежал. Так, сколько народу я убил вообще? Итого. 7 типов. Получается. Один вот незалутанный, это который получается у нас... За забором откис вдалеке, тапнул которого я. Пойдет, 7 кильчиков на саночке. Ну, челы капец, конечно, поздно прибежали как-то. Я уже вообще никого не ждал. На самом-то деле.